Быть добропорядочным и законопослушным пожелали школьникам республики. Сегодня в Черкесске им вручили паспорта гражданина Российской Федерации. Девушек и юношей с этим важным событием поздравил председатель Народного собрания Карачаева-Черкесии Александр Иванов. С торжества Альбина Ламкова. Торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации началась с государственного гимна России и Республики Карачаево-Черкесия. Церемония по традиции проходит в день Конституции, но дата сегодня особенная. Основному закону страны 30 лет. Сегодняшняя дата юбилейная. 30 лет назад был принят основной закон Российской Федерации, который стал надежным фундаментом для развития демократии в стране и защиты прав человека и гражданина. Конституция закрепила и принципы правового государства, свободы человека. Получение документа, удостоверяющего личность, дает широкие права, но вместе с тем и накладывает и немалые обязанности, отметил Александр Иванов, добавив, что долг каждого – нести достойное звание гражданина Российской Федерации, чтить и уважать законы государства. Затем он вручил паспорта и памятные сувениры. Важный шаг во взрослую жизнь в этот день сделали 30 юных жителей региона. Школьники выбраны для столь ответственной миссии не случайно. Почетное право получить свой первый официальный документ получили дети, отличившиеся в учебе, общественной жизни, спорте и творчестве, каждый из которых представлял свой город или район, в их числе и Сулейман Баисов. В учебе хорошие успехи. Я помимо учебы снялся в фильме «Испытание аула». Меня тут многие узнали. Но мне нравится, когда тебя узнают разные люди, которых ты сам не знаешь. Сулейман, получив паспорт, чувствует гордость. Теперь все намного серьезнее, отметил юноша. Сулейман, помимо прав, какие у тебя обязанности как гражданина Российской Федерации? Соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации. День торжества останется не только в памяти, но и на фото. В заключении церемонии ее участники дали особенную клятву Родине. Юноши пообещали быть достойными гражданами своей страны и преданно служить Отечеству. Новый ответственный этап взрослой жизни начался. Главный документ, удостоверяющий личность, в руках. Паспорт Российской Федерации нужно ценить и гордиться им, так как в него будут занесены главные события в жизни. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.